щит Брасида. Ha!
готов помочь следующей душе. Ну и ну. Смертный не сидел без дела. Расскажи, как все прошло с Афининым? Афины были для него всем. Я скрыл правду. И утешил несчастного. Как ему сказать, что чума уничтожила все, что он любил? А, чума. Тяжкие дни. Настолько, что я забыл о женщине, чье тело не посмели сжечь родственники. И вот она здесь. Она бродит по залам пути душ и все еще больна. Костер Танатоса может очистить мертвого, но единственный способ выжить в его огне — съесть цветок Асфаделя. Цветок Асфаделя? Моему смертному повезло. Посеянный тобою хаос породил брешь между Элизием и царством мертвых. Поищи цветок там. Что особенного в цветах Асфаделя? Все из Элизия, этого тошнотворно совершенного края, имеет ценность. Я найду цветок и провожу ее до костра. Будь осторожен. Нечто столь ценное, как цветок Асфаделя, обязательно привлечет немало внимания. Твой щит, воитель. Никогда не забуду день, когда получил его. Я был совсем мальчишкой, ростом с этот щит. И командир сказал, пока держишь его, Спарта устоит. Бросишь, и Спарта падет. Какой он, Элизий? Не такой, как ты думаешь. Я... Тебе не холодно? В Элизии скучно. Я там не скучал. О, да. У тебя дар мутить воду везде, где ты появляешься. По-прежнему мечтаешь о рае. Что ж, желаю обрести то, чего ты заслуживаешь. Я рад, что вы нашли друг друга. Нам всем порой бывает нужна помощь. Что ж, твой щит у тебя. Готов ли ты встретить своего врага? Готов. Смотри, просит. Аид запугивает тебя. Много воды утекло, просит.
Встречай свою смерть! Я не боюсь тебя, Деймос! Что это? Могучий враг сразил тебя задолго до того, как Деймос оборвала твою жизнь. Деймос осеняла ярость богов, но даже поражение тебя ничему не научило. Мной двигала не гордыня, а честь. В тот день Спарта гордилась тобой, Брасид. Ты чтил кодекс своего отца. Может и нет. Спартанец должен верить тем, с кем бьется бок о бок. Мы будем сражаться вместе. Это честь для меня. Славно сражались вдвоем. Кажется, пришла пора прощаться. Прекрасно! Эти копья придумал мой брат. Посейдон иногда немного жесток. Я все исполнил. Ты обещал мне Элизий. Не совсем. Но ты сказал? Чтобы ступить в Элизий в смерти... Сын Спарты должен бросить вызов тому, что победило его в жизни. Ты еще не сделал этого. Знаю, знаю, ваши смертные умы не в силах этого постичь. Придется мне вам помочь. Отпусти его. Зачем все эти игры? Затем, что вечность — это долго. Просто отпустить вас — это так скучно, правда? Найдите лес Ойзис. Мертвые укажут путь. Лес Ойзис звучит заманчиво. Там я держу тех презренных смертных, что сами прервали свой жалкий жизненный путь. Если я кого и ненавижу, так это незваных гостей. Куда укажут путь мертвые? Не хочу испортить сюрприз. Просто верьте мне. Идем, Брасид. Чем раньше мы все исполним, тем раньше ты вырвешься отсюда.
Лес мы нашли. Что дальше? Аид сказал, что мертвые укажут путь. Убейте! Немедленно! Бросил. Я ждала тебя. Кто ты? Я Лилайра, а ты Брасит. Воитель, полководец, герой. Аид прислал меня сюда. Ты все же пришел, чтобы вернуть мне мою любовь. Харон перевез нас сюда, но потом мы потеряли друг друга. Отыщи мою любовь, и я все расскажу. Где мне искать? Где-то на пути от прудов серых к деревне обреченных есть пещера. Моя любовь там. Это мой путь. Я иду. Представить не могу вечность без тех, кого я люблю. Это невыносимо. Я все расскажу, если Брасит вернется. Что значит «если»? Бремя прошлого может оказаться куда тяжелее, чем мы предполагаем. Мне лучше пойти за ним и помочь. Думаю, это здесь.
наверняка есть охрана. Вот ты где. В чем дело? Что это за место? Это колыбель смерти. Здесь спят те, кто умер слишком рано. Мертвым нет пути сюда. Именно мертвым? Посмотрим, как насчет живых. Надеюсь, меня еще не заметили. Откуда слышится этот плач? Грибы.
погребальные урны. Это кладбище. Ее любовь. О, это ребенок. Просит! Что ты нашел? Позже! Сперва надо отсюда выбраться! Совсем как прежде, а, Просит? Боги, как все ты нашел? Пепел. Это был ребенок. С чего Аид велел тебе вернуть ей пепел ее ребенка? Не знаю.
Давай, давай! Что ты с ним сделала? Он не вынес груза своего прошлого. Брасит, не молчи. Я... Нет. Я верю, что ты страдала. Прости нас. Только объясни, и мы уйдем отсюда. Мы жили мир, пока не пришли спартанцы. Мой муж не был воином. Он был похож на Афинин. Наш край захватили Афинин. Они вооружили и обучили наших мужчин на случай войны. Но мы не хотели воевать. После битвы, опьяненные кровью спартанцы ворвались в деревню, подожгли наши дома. Твой муж бросился на меня на улице. Он защищал свой народ, свою семью, но Брасит убил моего мужа. А когда я бросилась к нему, отшвырнул меня. Моя любовь умерла в тот день. Я не знал. И мы прозвали его Брасидом Мясником. Этот убийца отнял у меня все, что я любила. Я нашла меч мужа и покончила с собой. Это правда? Я не знаю, где правда. Война страшна, но если кто за нее в ответе, так это Арес. Не бог войны убил моего мужа. Не он отшвырнул меня в сторону, убив мое дитя. Это сделал Брасит Мясник. Пойдем, Брасит. Нам больше здесь делать нечего. Почитай богов, чти Спарту, держи слово и Элизий твой. Я дал слово защищать слабых и нарушил его. Ты еще веришь, что заслужил покой Элизия, мясник? Не зови его так. Отчего? Вся та деревня зовет его так. Те, кто выжил, точнее. Спартанцы умеют сжигать деревни. Ты не ответил на мой вопрос. Только скажи, Элизий твой. Помоги, Алексиос. Я не знаю, как быть. Брасит, ты был мне другом, каких мало. Ты жил и умер с честью, чтя и богов, и Спарту, и сдержал свои клятвы мне. Кто же заслуживает полей Элизия, если не ты?
Я всю жизнь соблюдал кодекс чести и выполнил все, что ты велел. Я выбираю Элизий. Ах да, отцовский завет. Как там было? Почитай богов, чти Спарту и прочий вздор. А я так старался доказать, что ты нарушил свой хваленый кодекс. Но кажется, кто-то сумел убедить тебя в обратном. Ты принял решение. Поля Элизия ждут тебя. Но знай же, я никогда не ошибаюсь. Ты станешь единственным в Элизии, кому там не место. Едва эта урна покинет твои руки, ты окажешься в Тартаре навечно. Теперь прощайтесь. Видимо, не все спартанцы так предсказуемы, как ты думал. Прощай, Брасит. Ну что, поехали. Я пришел. Элла!
воздух здесь другой. Напоминает об Элизии. Вот что я искал. Тестикл! Рад видеть тебя целым и невредимым. Мистей, я всем доволен. Здесь тестикла не пытаются съесть. Что ты здесь делаешь? Ищу волшебный цветок. Говорят, он красивый. Сделать бы из него масло. Ты не видел? Цветок Асфаделя у меня. Без него не спасти больную. Но цветок нужен мне, Мистей. Я пришел за ним издалека. Он мой. Стикл не получит цветок. Вот она. Мертвые держатся тут. Прошу, не подходи, я больна. Я помогу тебе поправиться. Меня не вылечить. Даже здесь я страдаю от чумы. Как ты здесь оказалась? Помню, как лежала в постели. Болела. Все потемнело, и вот я уже у реки, в окружении других людей. Ты помнишь что-нибудь о своей жизни? Я пекла самый ароматный хлеб. Но все это словно ускользающий сон. Вот, съешь этот цветок. Он придаст тебе сил. Что-то изменилось. Мне лучше.
Но я по-прежнему больна. Я отведу тебя туда, где ты поправишься. Тебя очистит огонь. Огонь? Думаешь, он поможет? Не сожжет? Ты съела цветок, он защитит тебя. Если это единственный способ, придется рискнуть. Я обречена болеть вечно. Не идет жар. Ah!
Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Превосходно! Теперь выслушай, как я планирую поймать дельца. Давай, я слушаю. Прекрасно! Я отвлеку узников, а ты сразу иди к дельцу. Нельзя дать ему сбежать. Срази дельца, а после этого сбрось тело в глубочайшую бездну Тартара. Добраться до нее можно через чрево Геи. Чрево кого? Неважно. Пошли. Обратно в Тартар! Да, иду плевать! Долго я тут ждал, падаю! Угулю, не уничтожь! Что такое? Боишься не справиться без Гетерна? На этот раз я порву тебя на куски! Все кончено! Давно ждет твою голову. Отличная команда.
Я боялся, что ты не последуешь плану. Ты не очень-то доверял мне. Смеешь винить меня? Ты и культ разрушили мою жизнь. Понимаю. Но ты видишь, что я стал другим, что я пытаюсь исправить ошибки прошлой жизни. Скажи, что видишь, иначе мне не справиться. Пожалуй, ты изменился чуть-чуть. Хозяин Орла, ты не представляешь, как для меня важно твое прощение. Кто говорил о прощении? Но я чувствую, что могу продолжить путь. Аид, мы отправили дельца обратно в Тартар, как ты и просил. Я об этом не просил. Но ты сказал, что делец как бельмо на твоем глазу. И ты решил, что я хочу его вернуть. Тебе нужно многому научиться. Мы обсудим это позже, во дворце. И все же, теперь я смогу обрести покой. Спасибо. Ты ничего не забыл, мой дорогой брат? Зачем помогать врагу обрести покой? Я думал, что вы с Элпинором соратники. Элпинор лишь помог тебе продвинуться на твоем пути. Не более того. Это значит, что ты расскажешь мне о жезле больше? Терпение. На этом пути тебя еще ждет пара поворотов. Мне не терпится узнать, что получится в итоге. Ты использовал Элпинора, чтобы испытать меня. Почти. Но Мойры куда более искусные ткачихи, чем ты думаешь. О чем ты говоришь? Скоро ты узнаешь. Харон, узник, доставь меня. Как? Циклоп ненавидел меня при жизни, и сейчас тоже. Он похитил мою подругу. Помоги. Хорошо.
Я точно знаю, куда циклопский фальк вратам. Это мой дом на Кефалинии. Как это возможно? Феба! Феба! Какая встреча! Я тут узнал, что вы с девчонкой спустились к нам. Не мог упустить возможность оказать вам теплый кефалинийский прием. Только тронь ее! И? Я снова вырежу тебе глаз! И на сей раз засуну тебе в зад, циклоп! Я не циклоп! Отдай! Попробуй. Эба! Нет, 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 Элла!
Элла! Элла! Земля, мать всего, выслушай. Аниазо. Алексиос? Ты жива? А ты... рядом. Я всегда буду рядом. Всегда. Вопреки всему. Спасибо. Встанешь? Что это за место? И где же циклоп? Бояться нечего, циклоп мертв. А эти врата ведут в Элизий. Вот как. Значит, там я встречу родителей. Ты справишься, Феба. Идем. Я начинаю скучать по Кефалинии. Хорошее было время. Не хочу идти. Выбора нет, Феба. Родители ждут тебя. Нет. Я хочу быть с тобой. Не бросай меня. Не бойся. Я тоже покину это место, когда закончу дела. Но я буду рядом. Твой орел. Возьми. И я буду рядом. А вдруг я им не понравлюсь? Если это так, это будет их вина. Ты должна дать им шанс полюбить себя. Если они не воспользуются им, создай новую семью, как мы на Кефалинии. Я не смогу забыть тебя. Ты тоже моя семья. Можно вернуться к тебе? Нет. Если уйдешь, уже не вернешься. Но однажды, пусть и не скоро, я найду тебя, и мы расскажем друг другу о своих приключениях. Мы всегда будем семьей, что бы ни стряслось. Думаю, я готова. Феба, воительница, уплывшая в Элизий. Феба, спасающая свою семью в царстве мертвых. Феба, хозяйка орла. Я так горжусь тобой. Выше нас.
Говорил же, что он не лишит ее памяти. Он помог девочке найти в себе силы нести свое бремя. Впечатляет. Я отвел больную к костру. Как славно иметь помощника. Будь ты мертв, мог бы остаться тут навечно. Извини, у меня другие планы. Такова жизнь и смерть. Двигаемся дальше. Здесь скитается семья. Война лишила их дома. Я знаю, что значит потерять дом. Всем вам есть что рассказать. По крайней мере, здесь все уже мертвы. Будь я мертв, мне все равно было бы грустно. Боль, которую вы, смертные, причиняете друг другу, поражает. Потому мы помогаем всем, кому можем. Ты прав. Эти люди заслужили чувство безопасности.